Друзья, приветствуем вас в магазине Skybit. И у меня на коленях серебряный ханк, ну, не по металлу, а по цвету. Несколько его особенностей, почему мы снимаем. Это строй до диез кельтский минор, но с двумя дополнительными нотами на нижней части инструмента. То есть это будет расширение строя. Второй момент — это металл-нержавейка. Просто вот в таком оформлении, назовем это так. А значит, мы сейчас будем ожидать довольно длительного, мягкого звука. Давайте проверять. Нержавейка славится вот этим достаточно долгим, ну, рекордно долгим для хендпанов и очень мягким тембром, который позволяет прям позалипать на звук. Кельтский минор — это очень распространенный строй, но чаще всего мы его встречаем от ноты ре, ре-кельтик. В данном случае это как бы тот же самый кельтик, но пониже на полтона, а значит, он дает ощущение чуть глубже, чуть более спокойное. При этом, как бы стандартный кельтик, он содержит в себе какую-то такую не столько задумчивую черту, сколько, я бы назвала ее человую, такую светлое расслабление, как на берегу моря, на пляжике с пальмами. Особенность, то есть как бы вот так вот, если играть на верхней сфере, у нас типичный кельтский минор, но две нижние ноты, они расширяют его гамму, и мы можем там как бы уйти в сочетание, которое обычно дают такие строи, как курт, более серьезный. Вот эта нотка дает драматику. Заполняя, так сказать, пространство выкинутых нот между дингом и первой нотой. Тоже какую-то морскую глубину придает. Даже просто вот эти три ноты, динг, нижний правый динг и первая нота, уже красота. Классно. Тот момент, когда вот от каких-то простых сочетаний получаешь просто какое-то прикольное музыкальное удовольствие. Что мне еще про него сказать? Давайте посмотрим, как чувствуют себя все перкуссионные приемы.
хорошо себя ведет, то есть нет такой какой-то заводки ядреной, все на своих местах. Да, как положено нержавейке, корпус, он как бы, как это сказать, в симбиозе со всеми нотами, но это, ну, как бы вообще не критично, и все перкуссионные удары слышны. Играть, ну, конечно, в пределах адекватности, то есть совсем как-то супер-супер быстро не стоит, но нержавейка, она не для этого, она для полетов. Выигрышно смотрится на таких вариантах мелодий, которые прям раскачивают, вот как волны. Очень приятно. Приглашаем вас в магазин. Хендпаны, они как бы имеют свойство обновляться. Какие-то уходят, какие-то приходят новые. Но в магазине всегда есть что потрогать и посмотреть. Тут обычно прям все заставлено хендпанами, поэтому приходите, пробуйте и выбирайте тот инструмент, который вам откликнется.